Грация и спорт. В Иваново съехали звездочки художественной гимнастики со всей России. На базе 9-й спортшколы в очередной раз прошли соревнования на призы олимпийской чемпионки Ольги Гладских. Мы знаем, что сюда приезжают лучшие гимнастки с более чем 40 регионов нашей страны. И от возраста от 6 лет до уже мастеров спорта до 17, до 18-летнего возраста. Гимнастки все показывают свои результаты, которыми они должны гордиться, их тренера должны гордиться. Поэтому мы надеемся, что победит сильнейший. Обязательно будет высший уровень элементов, которые они будут делать, высший уровень всех упражнений, которыми они готовились, с которыми они сюда приехали выступать. Поэтому это лучшие гимнастки нашей страны, наше будущее. Команда «Бусинки» из Лесного стали лауреатами специального приза. Победу маленькие грации посвятили своему тренеру. Спасибо, Светлана Владимировна! Художественная гимнастика поистине самый изящный спорт. Плавность движений и грации участниц поражают. Спортсменки будто порхают над помостом, но это уже результат. Художественной гимнастике, чтобы превратиться в бабочку, нужно приложить невероятные усилия. Во время ежедневных многочасовых тренировок маленьким спортсменкам помогает мотивация. Стремятся к новым высотам они, глядя на тренеров и, конечно, своих кумиров, олимпийских чемпионов. Тех, кто уже прошел этот путь и знает секрет успеха. Это должна быть, конечно, большая работа тренера, выносливость самой спортсменки. Есть много качеств, которые должны быть от природы даны и так далее. И все это, вот, знаете, в таком большом-большом скупе, так скажем, оно объединяется, и уже тогда даются результаты. Конечно, олимпийских вершин достигают лишь единицы. Но это вовсе не означает, что нельзя мечтать о них и стремиться к ним. Ведь все чемпионы когда-то делали в спорте свои первые неуверенные шаги. Наталья Гутарина, Михаил Кенгуров, РТВ Иваново.